В общем, я сам себя запутал в том, то, что я забыл, на какую комнату нужно... То есть, есть одна комната, на которую нужно повернуть второй и третий этаж. Вот. Я забыл то, что можно посмотреть, какая это комната, поэтому стал наугад крутить. Вот. То есть, на первом этаже вот через эти дырочки ты смотришь и находишь вот эту вот окровавленную кровать. Просто я стал наугад крутить. Вот, видите, свет горит. Вот. Вот эта окровавленная кровать, ты смотришь, где она находится на первом этаже, и в это же положение вращаешь комнаты на втором и на третьем. Вот. То есть вот она находится вот здесь. Вот. На третьем этаже и на втором ты в это место крутишь, вот, чтобы дверь, окровавленная кровать была. Вот. Вот. То есть я забыл то, что можно в дырочке смотреть на первом этаже тоже. И поэтому наугад стал крутить, и у меня ничего не получалось. Вот. Так что вот такая вот фигня. Видите, чуть-чуть забудешь что-то одно, и все. О. Теперь идем на третий этаж. Упс, не туда, не туда. Прикольно, блин. Не туда. То есть тут я просто забыл, как чего делать. Вот. На первом этаже в дырочку посмотрел, где окровавленная кровать. И на второй и третий этаж в то же место крутил, и все. Так, вот сюда. Теперь нам нужно вот сюда. Вот. Нет, не то. Опять не то. Вот это то. О. На этом, кстати, все. Конец уровня. Вот. Проходим через эту дверь и заканчивается уровень. Давайте сейчас... пробежимся. Тут, по-моему, ничего нет. А вот эта дверь как раз та, которая была закрыта. Вот. Видите, заново все отрастают. Я не знаю, считаются они за убитых врагов или нет, потому что они всегда отрастают обратно. Вот, код 0302. Все. Прикольная локация будет, во. Типа мясорубка всякие там. Лезвие. Медленно-медленно идет, блин, кого-то сейчас кто-то выпрыгнет из... Вот почему я говорил то, что грех над ним прикалываться. Помните, я тогда шутил? Такой толстый, что дверь не пролезает. Персонаж был хороший, и видите, что с ним случилось. Вот, сейчас у меня все здоровье будет восстанавливаться само. Сейчас это уберем. Слышите звук, как будто кто-то в ванной моется. А, это телевизор включился сам. По-моему, звук, что в ванной моется, кто-то тоже есть. Но это смотрите.
Во, видите, смотрите. Ужас, да? Так, а в толчке у нас тоже что-то должно быть. Тут какой-то... В какой-то момент игры можно в толчок спустить и что-то... И будет какой-то прикол, но я уже не помню. Знаешь, какие-то разговоры за дверью. Я знаю, кто там. Берем патроны, сохраняемся. И отправляемся уже в следующую локацию. Сейчас будут новые враги. Мне они очень нравятся. Такие клевые. Ну, эти две оставим, пусть одно... Одно место будет. Сюда сохранюсь, мало ли. Ну, отдельное сохранение. Видите, как долго? Я за это время уже знаете, где был бы? Час. Я бы уже пол игры бы прошел. Если бы я с этой головоломкой так долго не возился.